Ну и если говорить о самом большом грехе, то самый величайший грех, грех не менее греха убийства, это грех преступления против любви. Грех любви проданной и купленной. Верность как таковая есть первоначальный принцип мысли единого. Любовь есть первоначальный принцип чувства единого Первотворца. И верность любви не знает разлуки. И вся наша Вселенная связана, дышит и вечно движется вперед живой любовью. И вот то, почему еще наш мир не разрушен, да? Почему мы еще с вами живы? И радуемся этому миру, в котором живем, потому что еще на земле не иссяк источник безусловной божественной любви. И в сердцах многих-многих людей этот источник раскрылся сейчас.